Традиционные троицкие гуляния прошли 16 июня на площадке рядом со Звенигородским Успенским собором. Праздник состоялся здесь уже в 19 раз. Для гостей была подготовлена насыщенная программа, в которую вошли экскурсии по территории Древнего Кремля, выставка народных костюмов из коллекции местного музея, а также выступления народных музыкальных коллективов и театрализованное представление.